Звезды. По традиции, если кто не помнит, в Красноярске были тоже самовары, но с другим логотипом. Мы здесь представляем и также уже по традиции матрешки, где вы видите две команды. Мне всегда спрашивают, почему Лада маленькая. Потому что хозяин Челябинск. Если бы проводили в Самаре, в Тольятти, то бы наоборот. И все остальное вы уже видели. Варежки, шапки. Календарь этого года тоже посвящен зимней классике и русской классике. Везде, где проводились эти мероприятия. Наша цель, конечно, вот побить вот этот рекорд. 105 тысяч на стадионе Мичигана. Но надо построить вначале такой стадион. И мы готовы организовать такой же матч. Это, наверное, после чемпионата футбола. После чемпионата мира по футболу действительно у нас будет, наверное, такая возможность. Надеемся на это.